Друзья, всем привет! Сегодня я записываю видео «Аквабиотики для новичков». Для кого это видео в первую очередь? Да? Это видео для тех, кто только недавно начал принимать продукты компании Imperium Group, либо же только познакомился вообще с этой компанией и с продукцией, немножко удивился количеству продуктов и обилию информации, которая присутствует, либо которую вам могли скинуть, да, те люди, кто вас приглашает в эту компанию. И, естественно, у современного человека нет времени все это досконально изучить, а иногда, да и что иногда, очень часто нет и мотивации это сделать, да, потому что компаний на рынке много, продуктов много, и нам как-то хочется кратко какое-то резюме иметь или быстро его составить, да, для того, чтобы принять решение вообще, я пробую, я пью или я не пью, ну, прохожу мимо. Вот это видео сегодня как раз-таки об этом. Краткое резюме. Я в первую очередь основываюсь на той информации, которая была бы важна для меня, если бы я была бы новичком и принимала бы решение, да, пить, не пить, прислушаться, не прислушаться, попробовать, не попробовать. Вот, соответственно, давайте с этого и начнем. Компания Imperium Group является эксклюзивным и единственным, да, распространителем такого продукта, группы продуктов, которые под общим названием аквабиотики, да, это энергоинформационная вода, если это обозвать прям вот совсем тремя словами. Вот, собственник компании Игорь Минин, что бы я хотела знать, да, я вам рассказываю. Собственник компании Игорь Минин, человек, у которого прекраснейшая репутация, его можно погуглить и загуглить в интернете, о нем очень много информации. И что самое важное, что он ученый. Он вице-президент Академии медико-технических наук. У меня здесь шпаргалка, потому что все звания и регалия заучить, ну, как бы смысла нету лично для меня. Вот. Главное знать, где их найти и что они из себя представляют. Он член Российской Академии естественных наук, друзья мои. То есть это не просто ученый, который где-то там у себя на кафедре, в подвале, там, ну, в подвале это образное выражение, да, это то, что не является большим государственным институтом, который там разрабатывает, допустим, продукцию какую-то. Вот, на языке сетевиков, скажем так, называется подвал, то есть такое кустарное производство. Вот, то есть это Игорь Минин, это не про это. Игорь Минин – это про Российскую Академию естественных наук, про взаимодействие с учеными, с депутатами, про продвижение вообще продукции и оздоровление, как себя позиционирует компания именно в 22 веке, для людей 22 века, и это медицина 22 века. Он как раз про это, про продвижение ее на государственном уровне, про встречи в Госдуме и так далее. Это все Игорь Минин. Его первое, что я сделала, поискала информацию в интернете и впечатлилась. А квалификация этого человека, то есть тем, что он обладает знаниями. Б. Эти знания, не только он говорит, что он обладает знаниями, да, а они еще и уважаемы в сообществе, в котором мы живем, другими профессионалами этого дела. Это очень важно. Потому что считать, ну, начитаться там многих книг и считать себя умным – это одно. А иметь признание среди высокообразованных людей, да, обладающими знаниями в этой же сфере, это уже совсем другое. Вот. И, соответственно, человек с чистейшей репутацией. Вот. Дальше. Что для меня было важно? Было очень важно, что компанию продвигают врачи и ученые с... Не просто, да, люди там, допустим, врач – это человек с медобразованием, когда-то работавший врачом. Да, и как часто бывает в сетевом бизнесе, а вот сейчас пришедший в сетевой, одевший белый халат, вещающий на экраны, продающий продукцию, да, сетевых компаний, не зарабатывающий с этого. Нет, 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 здесь совсем иная история. Здесь врачи, они практически все до сих пор действующие, работающие и так далее. Врачи с кандидатами медицинских наук, доктора медицинских наук, профессоры, действующие ученые, действующие хирурги, я сейчас перечислю некоторых из них, да, самых таких вот ведущих, чтобы вы понимали уровень не только людей, кто помогал разрабатывать эту продукцию, да, но и людей, кто ее протестировал, опробовал, с научной точки зрения, естественно, с ней тоже согласился, кто ее использует в своей работе со своими пациентами, будучи действующими врачами, да, работающими в данный момент. И что самое главное, наверное, в медицинском сообществе нашей страны, оно очень иерархичное,
И там, если ты потеряешь лицо, то тебя уже никогда, ты его никогда уже не восстановишь. То есть все врачи, я сама из династии медиков, я подписываюсь под каждым словом, они все боятся в первую очередь это потерять лицо перед своим врачебным сообществом. Так вот, открыто в интернете, на форумах, на каких-то пленарных заседаниях, в Госдуме, выступая, продвигая эту продукцию, эти врачи не боятся. И это врачи вот такого уровня. Кто же они, да? Вот буквально несколько человек перечислю. Засорина Любовь Викторовна, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, член Академии медицинско-технических наук, член Академии технических наук. Вы видите, какой уровень это врача, который использует и открыто продвигает и ставит свое имя рядом с компанией Imperium Group и продукцией Аквабиотики. Дальше. Мажейка Людмила Ивановна, это вообще уникальный человек, тоже кандидат медицинских наук, невролог, который занимается с очень тяжелыми людьми, восстанавливает опорно-двигательный аппарат, да, и имеет несколько патентов по восстановлению мозгового кровообращения. Представляете себе, занимается с инсультниками, имеет очень успешную практику и использует в своей практике эти продукты, открыто выступая на конференциях об этом. С результатами, с какими-то там своими врачебными наработками. Засорин Андрей Владимирович, московский хирург, очень известный, один, скажем, из лучших хирургов Москвы, до сих пор практикующий, работающий, да, который кандидат медицинских наук, который ведет даже свой канал касательно Империум. Пьянзина Ирина Петровна, да, кандидат биологических наук, кучу лекций в Ютубе можно ее найти, которая от и до разжует простыми словами, достаточно простыми для нас, простых смертных, да, без медицинского образования. Волкова Любовь Прохоровна, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, человек, который даже является создателем собственного прибора восстановления зрения и держащий, естественно, патент на него. Понимаете, какой уровень вообще это врачей и людей науки, которые занимаются этим продуктом? И это говорит о чем, да, в первую очередь? О том, что, а, это научно обосновано, иначе они бы, в принципе, близко бы не подошли к этому. Б, это работает, потому что они медики, медики высшей категории, которые работают и открыто продвигают этот продукт, да? Если бы он не работал, они бы с ним просто не связывались ни за какие деньги. Вот, и А, Б, В, Г, да? Следующий пункт. И это говорит о том, что нам... Людям, которые, ну, скажем так, далеко не так разбираются в медицине, просто готовы попробовать на собственном здоровье, имеет смысл обратить внимание на эти продукты. Вот, это то, что я бы хотела, чтобы мне, как новичку, рассказали, и это меня бы простимулировало отнестись бы к компании, к продукции серьезно и начать принимать, попробовать и отдать именно этой компании предпочтение, да, может быть, я всего бы не понимала, как работает продукт и что это за продукт, потому что это действительно сложно. И очень часто объясняется таким научным языком и очень долго и длинно, да, что человек уже теряет нить повествования, и в нашем быстром мире уже хочется сказать, все, я выключаю этот ролик и иду дальше. Вот, дальше. Все эти продукты называются аквабиотики, да. Что важно знать еще в самом-самом начале пути? Я хотела сегодня пройтись просто по базовым пунктам. Первое. Что продукция здесь делится на две категории, да, это общая продукция оздоровительная, она энергоинформационная. Это, например, да, такие продукты, как салютем, любой из видов салютема, реликтум, лор, капли для глаз, визум, что у нас еще есть? Ну, еще там парочка других продуктов, я не помню, надо посмотреть. Вот, и прицельно-матричные. То есть несущие матрицу именно здорового органа, программу уже и слепок здорового органа для клетки этого органа. Потому что у нас организм, когда очень долго болеет или никогда не был здоровый орган, да, очень много людей с патологиями, клетка даже не знает, как ей восстанавливаться, куда ей идти. Так вот, они расскажут, что конкретно клетке делать, какой конкретно надо клетке стать, чтобы стать здоровой, чтобы, соответственно, клетка за клеткой, да, восстановился орган. Вот. Но нам, потребителям, почему важно знать о том, что есть два типа продуктов? Потому что нужно понимать, что их нужно принимать одновременно. То есть мы обязательно должны включать в свой прием в течение дня и общий продукт,
и прицельный. Вот тогда только они в совокупности своей дают прекраснейший результат. Вот, и теперь очень кратко пробегусь по некоторым моментам, которые нужно тоже для себя понимать, когда вы вступаете вообще на путь оздоровления, и тем более лечения, да, продуктов 22 века. Что нужно понимать? Будет у меня быстрый результат или не быстрый результат? От чего это зависит, да? Ну, понятно, что это зависит и от возраста, да, и от того, там, сильно ты больной или ты не сильно больной. Но как еще мы можем отследить? Очень часто, что люди, если, допустим, болят суставы, они хотят только, чтобы боль прекратилась, ну, еще желательно сустав остановился, да, и не обращают внимания на что другое. Но у нас организм так не работает. Ты не начинаешь пить продукцию, и вдруг у тебя перестает болеть сустав. У организма есть тоже определенная программа, то, как он запускает системы нашего организма работать, да, в работу, то, как восстанавливается орган, да, например, из моих прошлых видео вы знаете, что плотные органы, такие как сердце, как печень, они восстанавливаются в два раза быстрее, чем полый орган, такие как селезенка, желудок, например, да, поэтому уже время восстановления разное, и нужно понимать, что если человек, кто-то там получил результат, и люди такие, о, а на мне продукция не сработала, да нет, ребят, мы все состоим из одного, да, из костей, из кожи, из ткани, соединительной ткани и так далее, да, а все это состоит на 80% из воды, и все мы, все наше тело работает по определенным законам, которых даже если мы не знаем, мы от ответственности не освобождаемся, да, и все, и препараты тоже работают тоже по определенным законам согласно нашего тела, поэтому не может быть такого, как я всегда говорю в любом БАДе, что она мне не сработала, такого не бывает. Вы не исключение, вы не уникальны, мы все одинаковые, мы все люди. Вот, соответственно, но почему же все-таки один человек даже с более-менее похожим диагнозом получает быстрее результат, а второй намного дольше? Это не значит, что вы не получите, это значит, что вам нужно проявить больше усердия, да, и терпения. От чего это зависит? Вот, кстати, и первое, что налаживается, да, когда вы начинаете принимать продукцию, это общее состояние. Обращайте на свое внимание, даже если у вас сустав еще не зажил и болит, обращайте внимание на то, какой стал сон у вас, какое у вас общее самочувствие, да? Сколько у вас энергии, появилось ее больше или нет, появилось ли у вас больше мотивации там, делать вашу работу, жить вообще, да? Выздоравливать, как-то менять свою жизнь. Вот. Если да, то значит продукция уже начала работать в вашем организме, потому что это изменение общего состояния, которая говорит о том, что включилась в работу ваша нервная система. То есть первая система, которая запустилась и пошла в работу. То есть дальше будут подключаться другие уже системы и включаться весь организм. Вот по общему состоянию очень легко судить о том, как бы пошла уже работа или нет. Если у вас до сих пор болит, я не знаю, рука, нога, голова и так далее, но общее состояние начало меняться, значит продукция работает. Продолжайте пить и так далее. Дальше, от чего зависят результаты, да? Быстрые результаты, медленные результаты. От того вообще, в каком состоянии ваше тело. И не важно даже, что у вас и там у тети Маши два одинаковых диагноза. Зависит от того, ну, как я сказала, да, возраст, в принципе, анамнез другой, да, там у всех, и у вас, и у тети Маши болит сустав, но вы более молодой и ведется там активный образ жизни, да, тетя Маша лежит на диване и не двигается. Отгадайте, у кого быстрее заживет, грубо говоря. Вот. Еще очень важно, принимаете ли вы или принимали ли вы БАДы или нутрицептики. Если да, особенно есть люди, да, кто из... Ну, вот сейчас это Power Matrix, да, до этого пили другие БАДы, потому что для них здоровье важно, и они пытаются с годами, вот уже пьют БАДы разных компаний, поддерживать себя. Где-то, да, там им казалось, что они получали результаты, где-то что-то еще переставали пить ввиду цены или изменившихся условий, или еще чего-то. Но это все равно все накапливается в организме. Мы же помним, да, что мы на 80% состоим из воды, а на 20% это вот этот сухой остаток, на что действуют наши БАДы, нутрицептики и так далее. И от этого нельзя отказываться. И если вы до этого пили, а тетя Маша не пила ничего, да, то у вас намного быстрее пойдет результат, потому что у вас есть ресурс, из которого дальше будет черпаться, да, сила, энергия и так далее. Потому что мы не только из воды состоим, да, мы на 20% состоим то, что я называю сухого остатка. И для этого тоже нужны и питательные элементы, и микроэлементы, и
В общем, микронутриенты, омега-3 и 6 и все такое. И все это нужно обязательно тоже для нас, естественно. Вот. Дальше. В чем разница, да? Получите вы быстрее результат, чем тетя Маша. Вы двигаетесь, а она не двигается. У нас организм не создан из вообще природы, чтобы не двигаться. Поэтому, если мы двигаемся, у нас происходит, да, убыстрение кровотока. Включается вообще, в принципе, нервная система работать. Включается куча-куча разных систем, происходит очищение дыхания, работа легких, насыщение кислородом и так далее, и так далее. Не обязательно ходить в спортзал. Можно делать легкую суставную гимнастику дома. Обязательно гулять. Если вы не гуляете, да, то вы должны компенсировать. Вот я, например, вообще не гуляю. Но я компенсирую это приемами БАДов определенных, йогой и дыханием, понимаете, находясь в доме. И еще приемами специальных аквабиотиков, оксинорм называется, который насыщает клетки кислородом. Лучше бы я гуляла, но, к сожалению, так сложилось, что я не гуляю, особенно в холодное время года. Вот, поэтому я это компенсирую. А кто-то не гуляет и не компенсирует, понимаете? И поэтому у меня, вот как я вчера в группе написала, прошли полностью мушки перед глазами, а у кого-то не прошли. Объемы, допустим, одинаковые, да? Да потому что условия разные, в которые в организм попадают аквабиотики. Вот, в принципе, на этом все. Я хотела в этом видео показать, во-первых, да, серьезность компании, серьезность продукции. Чем определяется? Определяется серьезностью людей, которые ее продвигают. Понимаете? Если люди такого уровня возжелали поставить, и у людей такого уровня, поверьте мне, у них как бы там с деньгами все нормально. Понятно, что нам всем хочется больше, наверное. Но там не говорится о том, что мы делаем это ради, они делают это ради денег. Да, у них так прекрасные зарплаты, куча клиентов и так далее. Они верят в этот продукт, и это видно потому, как они рассказывают, как они создают каналы, продвигают, вкладывают душу, сердце и время свое в наше время, когда мы, да, все время в нехватке вот этого самого основного ресурса времени живем. То есть это для меня, например, это было первым показателем того, что компания серьезная. Да, естественно, наличие клинических исследований, которые есть в публикованном варианте. Но самое первое – это вот серьезность основателя, серьезность людей, которые, ну, людей с именами, да, не просто там Илина Ибрагимова, кто продвигает этот продукт. И базовое понимание о том, в каком состоянии я захожу в прием этих продуктов, как мне быть и что мне ожидать. В следующем видео я вам расскажу, как именно их принимать, некоторые фишки, которые мы с моими врачами уже наработали, и я готова с вами поделиться. Все, всех люблю, всем пока!